Привет, друзья! В этом видео поговорим о аминокислотах в порошке BSN Amino X. Это один из топовых тренировочных комплексов в уникальной шипучей форме. Многие называют Amino X БЦАшками, хотя это не совсем так. Расскажу, зачем пить Amino X, какие плюсы и минусы состава и когда и как его правильно принимать. Быть спортивным просто. Поехали! Итак, это один из топовых продуктов компании BSN. Тренировочный аминокислотный комплекс в порошковой форме со вкусом. То есть мы разбавляем порошок в воде и получаем полезный коктейль. Если вы ищете какое-то средство для наращивания мышц, то Amino X это не совсем то. Лучше выбрать протеин или креатин. Главная задача Amino X повысить эффективность вашей тренировки. Зачем пить Amino X? Чтобы повысить выносливость и отдалить момент усталости, защитить мышцы от разрушения и ускорить отдых между упражнениями, дать больше энергии мышцам, ну и слегка взбодриться на тренировку. За счет чего это работает? Переходим к составу. Часто этот комплекс называют БЦАшками, хотя в составе помимо БЦА есть еще и другие компоненты. На порцию мы получаем витамин D, очень ценный витамин, так как улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет. Натрий 170 мг для водного баланса и правильной работы мышц. Основа состава это аминокислоты, всего 10 грамм, но к сожалению сколько чего не написано. У нас есть просто общий список этой солянки. В нее входят БЦАшки, классика жанра, стандартная пропорция 2:1:1, защищают мышцы от разрушения и повышают выносливость, очень полезны во время сушки и диеты. По БЦА много времени отнимать не буду, у нас есть кучу подробных видео, что, как и зачем, ссылки оставлю в описании и рекомендую подписаться на канал, чтобы не забыть глянуть. Дальше идет бета-аланин, одна из любимых аминокислот по эффективности во время тренировки. Она помогает выводить молочную кислоту из мышц и предотвращает закисление. Так что мышцы быстрее восстанавливаются и на тренировке это хорошо ощущается. Таурин – это аминокислота, которая, например, встречается в Red Bull. По уверениям, она улучшает работу мозга и в целом производительность организма. Поэтому с таурином можно лучше сконцентрироваться на тренировке и при этом он не повышает давление, как кофеин. Еще он снижает уровень сахара в крови, что может давать больше энергии мышцам. Цитрулин – аминокислота, которая улучшает доставку питательных веществ в мышцы, за счет чего повышается мышечная выносливость. Если выпить большую порцию, то получается так называемый эффект пампинга, когда мышцы наливаются и можно сделать крутую фотку в Instagram. Совокупно все эти аминокислоты эффективны, но минус то, что не указано сколько чего. Чисто гаданием можно предположить, что тут где-то 5 грамм БЦАшек и по 1,5 грамма других аминокислот. И это минимальная рабочая порция. По отзывам это реально работает. Следующую группу состава BSN красиво назвал своей торговой маркой. Перевести можно как уникальный состав для усвоения. Тут есть лимонная и яблочная кислота, чтобы убрать горечь БЦАшек, так как сами по себе чистые БЦАшки очень противные. Дальше сода. Именно она отвечает за газированность продукта. Сразу после того, как вы засыпаете порошок в воду, они шипят и немного вспениваются. Если плотно закрыть шейкер, он может даже слегка хлопнуть. И еще одно страшное название – холикальциферол. Все просто, это витамин D. У него и так масса полезных свойств. Повышение иммунитета, борьба с усталостью мышц. А тут его добавили для улучшения усвоения аминокислот и минералов. Но сколько тут его, мы тоже не знаем. Помогает эта формула или нет, сложно сказать. Аминки других компаний не шипят и тоже работают. Но согласитесь, что это прикольно. Ну вкусно, вкусно. Остальные элементы это вкус, цвет и аромат. Получается меньше 3 грамм. И все это без сахара. При этом получается очень вкусный коктейль. За что все любят BSN, так это за вкусы. Есть 8 разных вариантов, как в маленькой, так и большой банке. В принципе, все вкусы достаточно выраженные и яркие, в стиле американцев. Поэтому, если вы любите что-то с легким привкусом лимончика, или вы за натуральность, то вам придется либо разбавлять на большое количество воды, либо выбрать другой комплекс. Например, у нас чаще всего берут фруктовый пунш, он слегка сладенький с ягодами. Есть зеленое яблоко, оно с кислинкой. И есть арбуз, он более нейтральный, освежающий. Кстати, на официальном сайте BSN появился новый вкус – Miami Vice. Это что-то наподобие коктейля. У нас его еще пока нету, но уже хочется попробовать.
Если вам повезло и вы уже его пробовали, напишите свой отзыв в комментах. И вообще напишите свой рейтинг вкусов по 10-бальной шкале. Пусть комменты будут полезными для других. Как принимать амины X? Одна порция – это 15 грамм, одна мерная ложка. Хотя в составе написана порция 14,5 грамм. Бессмысленно, вы никак это не померяете и это ни на что не влияет. Порцию размешиваем хотя бы на 300 мл воды, но предупреждаю, что будет очень сладко и рекомендую наливать побольше. И еще один небольшой совет. Я же говорил, что это шипучие аминокислоты. И если вы нальете воды под края, то они начнут выливаться. Чтобы получить максимум эффекта, нужно пить до или во время тренировки. Чаще всего разбавляют в воде и пьют в течение тренировки. Кто-то 500 мл, кто-то литр. Сам производитель разрешает пить даже 2 порции, если вы серьезно тренируетесь. Некоторые пьют амино X в течение дня для восстановления, хотя основное назначение все-таки на тренировку. Один из нестандартных способов применения – это приготовить из амино X желе. Получается вкусный и полезный десерт абсолютно без сахара. Какие выводы сделаем? Комплекс амино X эффективный для приема во время тренировки. Водный баланс восстановили, помогли организму полезными аминокислотами и при этом без стимуляторов. Ну и вкусы до сих пор остаются в топе. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. Да, можно немного поспорить, что за эту цену аминокислот могло бы быть и больше. Но не забывайте, что компания BSN одна из самых дорогих брендов. Да и в целом, этот комплекс точно эффективнее, чем просто обычные БЦАшки. Вообще сейчас идет тренд на незаменимые аминокислоты. Посмотрите на любую из компаний, все уже делают ЭАА-амино. То есть хорошая порция незаменимых аминокислот в комплексе работают намного лучше, чем просто 3 аминокислоты из БЦА. По альтернативным комплексам рекомендуем обратить внимание на американский Xtend. У нас было сравнение, смотри по ссылке. Также есть комплексы аминок с электролитами у Biotech USA, есть Amino Energy у Optimum Nutrition, там даже усилили кофеином. Ну что, а я побежал разбирать поставочки спортивного питания в наш магазин Muscle Store. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите в комментариях. Ставьте лайк, пока!